Всем привет! И вот позавчера, а точнее во вторник, я решил поиграть на РП-сервере. Типа я таксист, бомбила, вот видите, у меня сейчас такая Волга, на которой я типа хотел потаксовать и отыграть РП. И вот вижу сервер с надписью «Шнурок 86». Я знаю, есть такой ютубер, и не раз видел уже его сервак, заходил туда, но, собственно, персоной именно этого шнурка я не видел. И тут я опять зашел, думал, его не найду, как всегда. Тут бац, он есть. Я решил откласть то РП и поиграть с ютубером. И ссылочку на его канал оставить в описании. И вы в заголовке к этому видео, вы, конечно же, найдете много спойлеров. Поэтому я сейчас вкратце вам еще более проспойлерю этот видос. Думаю, ничего страшного не будет. Так как, наверное, уже не секрет для вас, то я, как я сказал в начале, заснял этот видос во вторник, а именно сейчас в воскресенье его озвучиваю. Ну, не знаю, так захотелось мне. Типа тогда я просто поиграл на расслабоне, ничего не комментировал, но записал видосик. Сейчас я еду к шнурку, он находится в лаптарах, у него телефон на зарядке, а не ездит, он тупо стоит там на своем грузовике. Это КамАЗ из дальнобойщиков. Потому что, типа, посмотрите, на руле ему неудобно ехать, типа, неудобно. На акселометре он не может, потому что у него телефон стоит на зарядке, это тоже очень будет неудобно. А стрелки, это они не дают такой четкости движения в поворотах и все такое. Кстати, это я уже второй раз записываю видос из галереи. Представляете, второй раз. Потому что первый раз у меня почему-то формат этого типа не поддерживается. Я не знаю, вот я сейчас озвучиваю это, надеюсь, у меня видосик этот с голосом уже сохранится в галерее. Я не знаю, зачем я сейчас сюда поехал. Я видел этого шнурка, он там стоял, думаю, вы сами видели. Немножко раньше видели, вот там справа на грузовичке. Потом я сделаю для него скриншотик. Там дальше объявится какой-то пацан с ником 648. Да, 648. А он даже есть, видите, пишет вот тут. Он потом будет напишет. Он, короче, будет на пазе 672М, кажись. У него закончится бензин, он станет среди трассы, ему помогу, и отыгрывая РП. Типа я достал бак с бензином и все такое. Короче, целый видос у меня здесь проспойлерен. Поэтому я не буду делать вид, будто я сейчас играю и озвучиваю одновременно. Нет. Попроще сделаю, вам признаюсь, вот так вот. А вот и шнурок с собственной персоной. Сейчас я, конечно, буду же дурачиться с ним. Ну, я, точнее, буду дурачиться. Как бы, не знаю, будет дурачиться или нет. Наверное, просто сидит в грузовике и все. Или, может, он хотя бы ходит. Так, разворачиваюсь. Неуклюже. Управление такое неуклюжее, но хотя бы есть хотя бы что-то. Без комментариев. Я тогда прокомментировал это. Я просто зажигаю тебя на лобовухе. А ну на крышу так могу забраться? Не, не могу. Ланька сзада. Не, сейчас так по боку попробую. Сбоку. И в итоге я перепрыгну его грузовик. Слышите эти клацания по телефону, по экрану телефона? Там, короче, какой-то челик спрашивает, где все. Я сказал, я шнурком в лаптарах. Думаю, шнурок не против, если я сказал ему, тому челику. Он же сам признался мне, что он в лаптарах. Ссылочку на канал шнурка оставлю в описании. Давненько не играл с каким-то ютубером. Да всеми ютуберами и... Да всеми... челиками, у которых есть YouTube-канал свой на YouTube, я оставляю ссылку. Подурочился между кабиной и грузовиком, его прицепом. Сейчас, короче, захочу сделать скриншот, и тут мне вот уже через несколько секунд, где-то 15 секунд так-то, напишет тот 648, типа, у него кончился бензин. Я ему приеду на помощь, но перед этим постараюсь сделать скриншот. Смотрите, сейчас будет чат уже активно писать, в чат будут люди. Я хочу делать скриншот, не выйдет. О, началось. Респект за разворот. Ага, то до меня только сейчас доперло, что он меня поблагодарил за разворот. Типа я на газоне заехал, он сейчас напишет.
Ну, типа, хоть я и спешил к шнурку, как, не знаю, совсем правила не соблюдал, но здесь почему бы нет, я же никуда не спешу, а тогда я спешил. Видите, я могу, если хочу, отыграть РП. Это наблюдал. Но эта фотка у меня не подходит, потому что не видно ник шнурок. Я сейчас опять началась писанина в чате. Там, короче, уже 648 бенз закончился. Я как только делаю скриншот, я ему отвечаю, помогу. Если мне, конечно, выйдет сделать скриншот и шнурком. Они все пишут. Давайте, пацанчики, не пишите ничего, пожалуйста. Блин, ну я тоже вот говорю, блин, что не могу никак скриншот делать нормально, забабахать. О, да, отличный момент. Еще будет опять писать. Смотрите. Как вовремя. Фух. Ланьки, я тогда уже... Сейчас... Как это по-русски будет? Предложу свою помощь. Кто не знает, я с Украины. Так вот, я предложу свою помощь. Сниму снимок экрана. Сниму снимок экрана. Логично. Еще я как гонщик нелегальный, профессиональный, буду мчать в Карнухово или где-то, я так и не понял, сейчас опять напишу, где он. Буду мчать на все скорости, мне не будет, конечно же, покорности. Но я ему все-таки помогу. Пожалуйста, боже, лишь бы мне эта запись записалась и сохранилась в галерее. А то уже я вот это уже озвучивал, вот это, что вы сейчас видите. У меня оно не сохранилось, это тупо не сохранилось. Пожалуйста, пусть сейчас сохранится, пожалуйста. Вы, наверное, слышите какие-то посторонние звуки там за кадром. Это мой младший брат пришел, ему сказал, что я снимаю видео, и чтобы ничего не комментировал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вы ничего не слышите. Вы можете сейчас отлично заметить, как я отлично замаскировал свой значок Do Screen Recorder за другим этим же значком Do Screen Recorder, так как я, повторяюсь, уже в сотый раз озвучиваю просто видос, а записал его раньше, во вторник. Посмотрите на это, топовая маскировочка. Вообще, я буду подсказывать, где здесь ID находится. Да уж. Блин, а сейчас уже не очень топово замаскировал этот Do Screen Recorder. Да, пофиг, и так сойдет. Так отлично был замаскировал. Не, я не сдамся. Победа будет за мной. Да что я все время смотрю. То здесь, когда озвучивает там, когда я не озвучивал, просто играл на расслабоне. Как на расслабоне? Сейчас будет лютая погоня. Помочь пацаку. Поцаку. Проехал Карнухова, я так и типа не понял. Ну, короче, понял уже, я телепортировался. Посмотрите, я в баргах весь. Мне кажется, минус 43 тысячи было там рублей. Орнукова проехал, смешно. Немножко соблюдаю РП, типа, но сейчас я буду по-лютому наяривать. Признаюсь, я не соблюдаю, потому что некогда, нужно помочь игроку. Видите... Я сейчас поставил на паузу, приехал к нему. Видели бы вы, как я сейчас чуть-чуть не врезался в него. Как я вовремя баранку вправо крутнул. Не знаю, почему он не дотянул до обочины. Сейчас я об этом ему напишу. Но зато он хотя бы фары включил и аварийку. Хотя бы что-то. Но все равно не знаю, почему я его не заметил. Потому что, наверное, чтобы меня не лагало на сервере, я поставил дальность прорисовки на минимум. Чуть не врезался. И вот, я мог бы ему дать просто бензин, но нет же, я решил все-таки отыграть РП. Ну, получайте. Вот вам РПшка. Но это совсем не видео не связано с РП. Ну, почти что, на четвертинку или на третинку даже.
А двутинки нет, а есть половинка. Не ошибаюсь, то, что я сейчас буду передавать ему канистру с бензином, там же, кажется, только 1 литр, да? Там же не полностью заполняется бак, бензобак. Операция выполнена. Почему-то когда-то я раньше кому-то хотел передать канистру, или мне хотели передать, что-то не выходило никак, не знаю, или игроки тупили, типа у них была канистра, или у меня, не знаю. Это баги такие были из вины разработчиков. Но сейчас вроде уже все норм. Еще 5 минут буду играть. Все, ножа уедет. Что стоишь? Давай, едь. Попробуем газовать. Стартуем. Ну давай. Что, не получается? Машинка сломалась или еще запчастей дать? Конечно, это все делаю бесплатно. Я же знаю, бах на деньги. Я довольно щедренький. Скриншот я не сделал. Не знаю почему. Да, не вижу смысла, в принципе. О, поехал, родимый. Так, сейчас и по привычке я пожелаю счастливой дороги путешественнику. 600 плеер-путешественник. Как есть Даша путешественница, а тут плеер-путешественник. Сейчас буду отыгрывать не самое цензурное РП, но не самое пошлое. Сами, короче, все увидите. Я, короче, вначале так жестко проспойлерил весь видос. Интересно, его кто-то еще смотрит. Угадайте, что сейчас будет. Ой-ой-ой, там дальше в чате такое будет писать. Ну, сами, короче, все увидите. Харе спойлеров. Далой спойлеры, спойлером вон. Я решил развеселить публику. Не знаю, что он рука развеселил или нет, но 648-го так точно. Пацаны, цензура. Я не слышал никакую цензуру. Сейчас чат закроется, не будет ничего видно. Все будет, как и в чем не бывало. Не, ну это уже жестко совершенно. Даже я так не отыгрываю. Казалось бы, здесь все адекваты на этом сервере, но нет, не все. Спасибо, пацан, ты сделал мой день. Ну, тогда еще делал во вторник, мы делаем, еще раз делал его. Сейчас, короче, это поехать в гараж. Там, короче, еще уже 348-й. Начало 648-й, теперь 348-й попросит бенз. Я, короче, напишу, смотрите, такой, всем пока. И тоже просит кто-то помощи, но я попрошу, чтобы кто-то ему помог, а сам уже выйду из сервера, потому что я уже устал играть. Так, видео постарался сделать не маленькое, не долгое, средненькое, как 15 минут. Ехал, я растворился и попал в гараж мистический. О, мясник, капец, да и даешь. Шнурок начал кого-то исключать. Наверное, мясника, что ли. Не буду это комментировать, а то еще, не дай боже, монетизацию отключат. Я хочу как-то баблишко получать. Хотя пока что вывести никак не могу. Потому что нужно вывести, когда у тебя будет уже 100 долларов или больше. Но у меня пока что меньше 100 долларов. Интересно, в забане или нет. 648 начал заступаться здесь. Круто. Круто было. Весело. Ну что, пацаны, ждите с новой тачкой. Чего-чего? Ну ладненько. Тогда с вами буду уже прощаться. Шнурок со мной попрощался. Спасибо, что досмотрел этот видос. Тебе огромный респектос. И себя подписка лайкос. А я с тобой прощаюсь. Ссылка на Шнурка будет в описании. Пока. Говорю тебе огромный досвидос.